Катюш, привет, Зиля. С днем рождения. Спасибо большое. У меня сегодня вечером собираются все друзья. Давай приходи тоже. Конечно, приду. У меня есть идея. Сегодня в кинотеатрах такой классный фильм идет. Пойдем сходим. Знаешь, у меня сегодня масса дел. Давай чуть-чуть попозже. Давай, без 15:02 у кинотеатра. Устрой. Хорошо. Давай, пока. Ничего себе, а еще ждать обещал. Опаздываю, надо предупредить. Черт, батарея села. Ну и где он? Уже фильм начинается. Ну. Свистос! Извиняюсь. Ты опоздал. Такой день. Сеанс уже начался. Я сейчас все объясню. Ну, прости, пожалуйста. Даже слушать тебя не хочу. Ну вот, я подарок принес. Откатись ты со своим подарком. Я же не специально. Я так старался. Старался он, перестарался. Весь праздник испортил. Катя, но ведь ты даже не выслушала. Может быть, там что-то серьезное случилось? Да что у него могло случиться? Даже слушать не хочу. Знаешь, давай поменяем вас местами. Представь, что у Димы день рождения. Ну и любят же эти девчонки опаздывать. Ну ладно, подождем. Опаздываю. Батарея села. Вот она, явилась, не запылилась. Извини меня, пожалуйста. Ты где была? Ну так получилось. Фильм уже 20 минут идет. Дима, ну я тебе подарок купила. Да иди ты со своим подарком. Ну я же не со зла. Да иди ты. Ну, теперь что скажешь? Давай сначала. Вот он бежит. Катя, машина. Ты что? Прости меня, пожалуйста. Ты опоздал на целых 20 минут. Сейчас я все объясню. Ну, я тебя слушаю. Сначала я выбирал тебе подарок, немножечко задержался. А потом в автобусе попал в пробку. Ну, прости меня, пожалуйста. Вот, я даже подарок принес. Это мне? Конечно. Спасибо. А как же фильм? А давай на другой сеанс пойдем. А сейчас сходим в кафе. Вот и всего-то. Кстати, понять другого человека не так уж сложно. Для этого достаточно даже в ссоре просто выслушать. Ты не можешь быть уверена в своей правоте, пока не посмотришь на ситуацию глазами другой стороны. С тобой был дядя Юра, твой друг. Пока!